К нашему забору прибились двое, щенок с котенком. Вот уже 2 дня сидят, жмутся друг к другу. Это слова женщины, которая звонила. Когда я это услышала, в моем воображении всплыла трогательная картинка из соцсетей. Фото в оригинале нет. А вот и герои нашего сюжета. Тим, Тимати его назвали в клинике. У него пневмония, пироплазмоз и бабезиоз. И кошечка Сильвия. Она стала себя плохо чувствовать, ее сразу отвезли в клинику. У нее оказалась панлейкопения. Вот так она потихонечку залезает на руки. Сначала лапку положит, потом вторую, потом немножко полежит, подвинется, потом еще немножко подвинется. И вот так она пытается залезть на ручки. Мне тебя снять вот так. И что ты такое смешное? Тебе так удобно сидеть, лапки положила, да? Мои красивые. Она вообще не мяукает, только ротик развивает. Зато это, скажи, поет за двоих, да? Ой, хорошки. По возрасту они почти одинаковые. А это все время к кому-нибудь прижимается. На улице намерзлась, у таксенка под животом спряталась, да? Кстати, грела его, наверное, поэтому он выжил тут. Это Сильв. Она уже лучше себя чувствует. Кушает, ест, пьет. Ну, второй раз прокрылись огонь. Пока остается стационар. Кушает. Это у нас Тимати. Он у нас в воротничке, потому что капается. Вот он любит перегрызать систему. Капается очень медленно, так как у него анемия. Вот также по анализам у нас пришло положительно бабезиоз, то есть были найдены в крови бабезии. Сделали антидот против бабезии. Вот, капается с витаминкой. Вот, антибиотикотерапию продолжаем. Контрольный рентген у него 15 числа будет, улучшение есть по легким у нас. И контроль общего анализа в крови ежедневно пока что. Вот, так как показатели там не очень. Состояние его стабильное, температура в норме. Он кушает, пьет, мочеиспускание в норме, дефекация оформлена калом, но наблюдались глисты, также был обработан от глистов. Очень хороший мальчишка, очень добрый, ласковый. А этот тоже кашляет, да? Да. Угу. Теперь садили еще в том, что другие снимать не хватает. А в клетке с Тимати тоже наша маленькая Милли. У нее тоже пневмония. Это Милли. Милли. Милли чувствует себя уже лучше. У нее проходит кашель. Температура тела в норме. Она кушает, пьет, активничает. Милли. Ой, молодец. Мочеиспускание в норме. Дефекация оформлена калом, но в кале наблюдаются гельминты. Провели обработку от паразита. Антибиотикотерапию продолжаем. И по общему анализу у нас есть отклонение, но вся необходимая терапия проводится. Очень хорошая девочка. Иди скорее. Иди, умница. Очень ласковая девочка. Да? Красотка. Ой, воображулька. Ой.
Сегодня оба здоровы. И Сильвия даже уехала домой. А Тимати пока нет.